Королевские розы, скромные ромашки и люпины, майская сирень и черемуха, тюльпаны и пионы. Зал художественной галереи превратился в цветущий сад. Персональная выставка Людмилы Патиной «Зеркало жизни» словно так и зовет весну. Экспозиция – это более 80 цветочных натюрмортов саровского художника. Вот эта выставка родилась благодаря Ольге Валентиновне, потому что я уже совсем не планировала. И как бы выставка, делать выставку, оно хлопотно. Но в этот раз получилось очень неожиданно. Оля большой профессионал, она приехала, все забрала с Константином и увезла. Большинство картин написаны маслом. Людмила Патина считает, что у масла более широкая палитра, а для цветочных натюрмортов это самое лучшее решение. «Зеркало жизни» – такое название носили и другие выставки художника. В цветах Людмила Патина видит отражение человеческой жизни, рождение, цветение и увядание. Также из-за каждой картины стоит кто-то, кто однажды ее вдохновил. Картинки, они просто отражают определенные этапы, наверное, впечатлений. Кто-то подарил цветы. Вот буквально каждая картинка, она связана с каким-то определенным человеком. Если я зациклюсь на этом человеке, я им просто картинку отдаю, потому что понимаю, что она не моя. Поэтому это как бы зарисовки жизни. Персональная выставка Людмилы Патиной «Зеркало жизни» продлится в художественной галерее до начала мая. Подробную информацию можно получить по телефону 702-87. Светлана Юрунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.